Руслан, здравствуй. Увидел видео твое. Решил помочь тебе разобраться, что же это за разъем на экране. Вот он. Он нужен, чтобы заряжать аккумуляторы для свечей накаливания. Вот это устройство. Вот такие там используются аккумуляторы. Вот видно, наверное. Разбирается. Туда его раз. Собирается. Чтобы зарядить аккумулятор, который там, нужно вот этот разъем. Засунуть. Вот так вот. И теперь можно будет подключать к зарядке и его заряжать. Это вот во-первых. Есть вот еще такие вот. Вот то же самое, только с такими вот контактами получше они будут. Еще хочу тебе сказать, ты показывал там вот такие вот вещи, чтобы подключать к машине, аккумулятору. Ну, конечно, вот как его раздвинуть на большую кляму свинцовую, ну, будет сложно. Поэтому или же купи вот такие вот, советую тебе. Они с торца одеваются на вот контакты. Их можно одеть, снять спокойно, то есть лучше. Дальше. Или так как здесь вот у тебя есть вот питание, рекомендую взять вот этот кабель вот в прикуриватель. Вот как раз с таким же, вот, который вставляется вот сюда. Дальше. Что еще? Еще под зарядки, не знаю, как на твоем есть. Нету, здесь есть под датчик температуры. Можно купить датчик, разъем вот, датчик идет к батареям, когда перегрев, он сам отключит зарядку, выставляешь на ней, насколько отключать. Вот еще, когда ты подключал питание, у тебя искрило. Подскажу тебе, в первую очередь включаешь разъем сюда, а потом уже 220 вольт адаптер. Дальше. Теперь по поводу зарядки твоих 18650. Если ты их будешь заряжать последовательно, это не очень хорошо. Лучше их заряжать параллельно, так как у тебя B6, у тебя будет на дисплее информация по каждой банке, сколько вольт, сколько там емкость, сколько чего. Это зарядка твоя позволяет, чтобы так было, чтобы мог следить. Здесь есть на торце такие вот же, как у тебя, разъемы балансировки для 2, 3, 4, 5, 6 баночных аккумуляторов. Вот. Поэтому можно найти, купить. Я покупаю на Hobby King, китайский сайт, радиомодельный. Вот.
вот такие вот кабельки, это вот под 2S, то есть тут масса черная и на 2 банки. Есть больше на 3, 4, 5, 6, ну вот как здесь. Вот, эту часть режешь, не нужна она. Хотя есть и отдельные вот, вот такие вот. Возьми на 6, который будет в 6 портов включаться. Вот, я видел, ты купил холдеры под 18650. Вот, там будет одна масса, общая минус, которая будет вот первая самая. И 6 еще жил. Вот, их отдельно на плюс на каждый вешаешь. Вот, и подключаешь сюда, выбираешь тут, что тебе 6S. Вот, и все, вперед пошел, буху держать под контролем каждую банку у себя. Это лучше очень видео, таких полно. Вот, и еще слышал то, что Липо и Литион это одно и то же, но зарядки дает разные токи. Ну вот, литий-ион по 3,6 вольт, литий полимер по 3,7. Так что выбирай нужный режим и будет тебе счастье. Если что, обращайся, готов помочь. Спасибо за внимание.